Самая шикарная елка в городе – в Тверском государственном цирке. Минувшие выходные состоялась премьера грандиозного проекта музыкальной цирковой сказки «Новогодние приключения принцессы». Буйство красок, роскошные костюмы, рекордные трюки, разнообразие цирковых жанров. Наша съемочная группа также увидела эту сказку. Юная принцесса не получила приглашения на новогодний бал, но фея крестная дает шанс все исправить. Для этого нужно доставить Деду Морозу новогоднюю елочку. Сделать это, оказывается, непросто. На пути принцессу подстерегают опасности и преследования черной королевы. Вместе с принцессой зрители оказываются на морском дне в знойной пустыне, где во всей красе показывается караван верблюдов. Принцессе пришлось искать путь по совету перелетных белых птиц, которые парили под куполом цирка. Трюки артисты выполняли на высоте более 20 метров, причем без страховки. Дальше путь принцессе указала гадалка из настоящего цыганского табора. Сложнейшая дрессура медведей в сочетании с оригинальной хореографией, а также авторскими трюками. Главное, чтобы им нравилась их работа, и мы добиваемся именно этого. Как дети резвятся, в то же время они делают трюки, но для них это своеобразная игра в удовольствие. Порой их из манежа не уведешь. Самое главное в нашей дрессуре это любовь, потому что без нее, наверное, у нас бы ничего не получилось. Только честная битва помогла выяснить исход игры. Силы добра и зла разыграли королевскую шахматную партию, где вместо фигурок – подданные королевств. Номер покорил сердца ценителей циркового искусства. Режиссеры проекта дополнили праздничный коктейль, лихо закрученным сюжетом приправили сочным юмором и мастерски исполнили свои роли. Все, что мы делаем исключительно с любовью к нашей профессии и к зрителям. Наша задача, чтобы всем было, наверное, весело и создать и вот это... И чтобы дети поняли, что добро всегда побеждает. А это обязательно. Пройти тернистый путь у принцессы получилось. Вместе со своим другом Пьеро она доставила елку Деду Морозу, и случилось настоящее волшебство. Восторг, конечно, большой очень. Такое красочное представление, это что-то. Шикарные костюмы, очень довольны. Очень интересно, красочно. Просто восторг, эмоции захлестывают. Шоу «Новогодние приключения принцессы» в Твери будут идти все новогодние праздники до 12 января.